Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 13 октября, и свои именины отмечают православные христиане, нареченные в честь святых – Григория, Михаила, Прокопия, Вячеслава, Петра, Симеона, Василия, Серафимы, Александра, Алексея, Матфея, Аполлинарии и Леонида. Пусть мир и Божие благословение пребывают с вами, дорогие именинники. Желаю вам радости и помощи Божией в добрых делах и благих начинаниях. Сегодня Православная Церковь совершает День памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского. Святитель Михаил, первый киевский митрополит, по Иоакимовской летописи родом сириец, по другим летописным событиям – болгарин или серб. В 989 году он прибыл из Корсуни вместе с другими священнослужителями к святому равноапостольному князю Владимиру, незадолго до этого принявшему крещение. На долю первого митрополита Русской Церкви выпало нелегкое, но благодатное служение. Он ревностно обходил новопросвященную русскую землю, проповедуя Святое Евангелие, крестя и поучая новообращенных людей, основывая первые храмы и духовные училища. В Ростове он основал первую деревянную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы и поставил там епископом Федора Грек. Святитель Михаил был мудрым и тихим, хотя и строгим иерархом. Русская церковь сохранила память о заслугах первосвятителя. В синодиках Новгородского и Киевского Софийских соборов он по праву именуется первоначальником. Представился святитель Михаил в 992 году и был погребен в Десятинной церкви Пресвятой Богородицы в Киеве. Около 1103 года при святом игумене Феоктисте мощи его были перенесены в Антониеву пещеру, а 14 октября 1730 года в Великую Печорскую церковь, Успенский храм. В связи с этим память его установлена на 13 октября, а также 15 июня, в день представления. Раньше память его отмечалась также 15 сентября вместе с преподобным Антонием и Феодосием Печерским. Подтверждение этому содержит служба ему. Во второй стихире на Хвалитель о святителе Михаиле говорится так: «Первое нового лето, начинающее обхождение, как первейшему тебе блаженнее и начальнейшему русские земли архиерею, первые песни рукояти приносим». Дорогие братья и сестры, пусть мир и Божие благословение пребывают с вами.